Жгунский сельский совет Добрского района. 10 годин раницы. Перед початком работы на глядальной комиссии информация об ситуации на территории и план на этот день. Необходимо наведать 15 домовладаний, у яких проживают одинокие состарелые и семьи с детьми. У составе наглядальных комиссий разом с представниками органов улады, сопротивники милиции, работники социальной службы, энергетики, газовики, вартовальники, что дозволяет анализовать ситуацию не только по каждому конкретному выпадку, но и принимать адекватные меры. Главная мета – безопасность граждан. У одинокой пенсионерки газовая плита выпросила термин эксплуатации. Дальнейшее выкористание такого обсталевания может уявлять реальную погрозу. На выправление ситуации дается 3 месяца. Я не запрещаю, я даю предписание на ее замену. Отключить пищеприготовление мы не имеем права по закону. Еще одна категория, якая на контроле наглядальных комиссий – семьи с детьми. У Людмилы Ляуковой 4 дітей. Никаких проблем тут не існує, але нагадать о правилах безопасных поводинов еще раз не перешкодить. У вогуле наглядальной комиссии на Гомщине працуют уже не первый год, а тому основную колькость питаний, которые были актуальны ранее, отрималось вырешить. Теперь, подчас наведывания дома уладания, члены комиссии особливо подкресливают. И они пришли не только для контроля, а лепеш за все выслухать за уваги и при необходимости оказать допомогу. Одна из наибольших распространенных заваг наглядальных комиссий – отсутность у жилых покоях автономных пожарных оповещальников. Не то, как их тут вовсе николи не было, а для пожар ремонта оповещальники, звичайно, сдымаются и потом на место уже не вертаются. Захование правил пожарной безопасности сегодня у вогуле набывает особливую актуальность. Весной вязковцы, как до речи шматакие дачники, начинают спаливание смети и сухих растлин, что может привести до пожару. У Добрском районе такие выпадки у попередние годы были. Основные условия для сжигания мусора – это нахождение кострища, это 15 метров от строения, это устройство минерализованной полосы вокруг кострища, это нахождение первичных средств пожаротушения, ну и необходимо самому контролировать сжигание. 3 года назад пострадало несколько строений, деревня Дубровка, сгорел дом, 2 соседских постройки, бабушка сжигала мусор. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» с Добрского района.